Накануне губернатор Александр Цибульский встретился с педагогами и учащимися центра «Контакт». В спортивных секциях и творческих объединениях занимаются около 3000 ребят. Центр сотрудничает с 16 образовательными учреждениями Архангельска. Губернатор посетил залы хореографии, кикбоксинга, скалолазания и шахматный клуб. У «Контакта» несколько направлений – художественное и физкультурное, техническое и научное, а также социально-гуманитарное. Александр Цибульский пригласил коллективы центра к участию в праздничных мероприятиях 12 июня, посвященных Дню России.